Світло проти темряви. У Дніпрі та області почастішали відключення світла. Щонайменше 4 години поспіль, кілька разів на добу, майже щодня. А крім планових відключень, ще й екстрені. У блекаут ухід ідуть свічки, наснажники, лампочки та гірлянди на батарейках. У пошуках світла українці атакують магазини електроніки та гуглять інструкції саморобних світилиць. А чим рятуються під час відключень електрики дніпряни, діляться своїми лайфхаками наші народні експерти. Свічки і телефон. А можливо, якісь маєте свої лайфхаки додаткові? Ой, у мене муж має. Он там что-то сконструировал с батареек, с двух батареек, и оно горит постоянно. У меня генератор есть, поэтому я пользуюсь генератором. Две батарейки и одна лампочка светодиодная. Достатньо мне. У меня декілька таких свечок стоит по хате, и мне этого достатньо. Да я пока нету света, я на работе, потом прихожу, он есть. Я сейчас на дом купили генератора, ну и как-то так, я знаю. Ну, каждый выходит из положения по мере своих финансовых возможностей и возможностей, где он живет. Квартира или это частный дом? Закрываю, лягаю и накрываюсь одеялом, бо в мене ще й холодно, помимо того, что света нет. И свечки, и ліхтарики, и батарейки. Дитина с світлом, іграшки світлові. Сижу, жду, когда включат. Какие там пенсионеры ліхтарики будут вам включать? А я работаю тренером тренажерного зала, я качаюсь, и мне не скучно. Если вам что-то и вам скучно, под полицией свечку начни читать. У нас должны быть свечи, арома, любимая женщина, какой-то, может быть, музыкальный проигрыватель, не электронный, виниловые пластинки.